В Архангельске убирают аварийные тополя. Сумма контракта 470 тысяч рублей. Опасные деревья убирают на подходах к школам, детским садам и жилым домам. Они два раза уже нам и окно выбивали в доме. Там завалился. И ограду в детском садике два раза повредили. А если бы дети там гуляли, это хорошо, ураган был ночью. Они же старые уже очень. Им уже лет по 40, наверное, тополям этим. Надо, конечно, их обрезать. И у нас во дворе даже тополя, когда ветры летом сильные, то падали. И ветки ломались, и машины повреждали. Рабочие экранируют тополя, отпиливают старые ветки, убирают поврежденную древесину. Срезаем опасные участки, которые в основном толстые деревья, толстые ветки, потому что они держатся плохо, очень хрупкие, быстро ломаются. Администрация Октябрьского округа, в свою очередь, внимательно следит за соблюдением всех пунктов муниципальных контрактов и особенно за тем, чтобы все порубочные остатки вывозились в срок. До 20 декабря уберут около 100 тополей.